Ощущения пациентов после установки имплантатов мне неведомы, к счастью, так как я не имею ни одного имплантата в полости рта. Но то, что рассказывают наши пациенты после установки имплантатов, в 95% случаев имеется незначительный болевой синдром, который легко купируется несложными нестероидными противовоспалительными средствами. В 5% случаев болевой синдром требует приема более сильнодействующих препаратов, но все это происходит в течение первых 2 суток после установки имплантата. В дальнейшем, как правило, до начала протезирования пациенты забывают о том, что у них имеются имплантаты в полости рта. Ну и как практика показывает, все-таки в основном все зависит от комбинации имплантации и сочетанных процедур. Если это просто имплантация, болевой синдром минимален. Если это имплантация, совмещенная с удалением зуба, или с какой-то пластикой, или с какой-то аугментацией, то есть увеличением объема тканей, неважно мягких или твердых, естественно, болевой синдром увеличивается. И реабилитация требует больших усилий и приема больших препаратов. Но в любом случае в течение 2-3 недель все полностью проходит. И следующий срок, который пациенты ожидают, проходит без каких-либо ощущений.